Меня зовут Штепа Александр, я шеф-повар ресторана «Лондри». Когда ехал сюда, не мог себе представить, что здесь все на таком уровне. Когда у нас только началась экскурсия, у меня уже периодически мурашки по коже проскакивали, потому что впечатление светлого будущего. Есть шанс, что в нашей стране эту профессию выведут на более престижный уровень. Я завидую белой завистью ребятам, которые получают здесь образование. Всю жизнь увлекался готовкой, маме помогал. В тот момент в школе Рагу было свободное место. Я хотел в тот же период купить машину, но я полгода искал, смотрел, выбирал, ездил, копил там какие-то деньги, но вместо этого пошел учиться в школу и еще полгода на эти деньги жил. Я получил первую зарплату в ресторане. Мне как стажеру, без опыта, без всего, я в день получал, по-моему, 1700 или 1800 рублей. Были вещи, которые я смотрю, и там, повар делает неправильно. Я говорю, это же не так делают. Они говорят, ты здесь там недели нету, что ты лезешь, я 5 лет работаю, все нормально. Уже на этом этапе было понятно, что не хватает квалифицированных кадров, не хватает знаний, и не всегда этим хотят заниматься. Очень важно найти то направление, тот стиль, ту кухню, которая тебе действительно будет интересна, и в которой у тебя будет такая базовая на то, на чем ты будешь специализироваться. Я бы им пожелал не упускать шанс отучиться здесь и не останавливаться в развитии.